Всем привет, друзья, с вами Нози, добро пожаловать в мою таверну, и мы с вами продолжаем проходить игру Момодора Riviera Under the Moonlight. В общем, нашу героиню зовут Кахо, и мы пришли в город Карст, чтобы очистить его от скверны, или я не знаю что. В общем, нам встретился какой-то вот персонаж, который похож на панду, который сказал, что он дремал сотню лет, и... упомянул какое-то еретичество, которое в этом королевстве происходит. И священная роща — это, дескать, место, куда проклятие еще не добралось. Но проклятие постепенно расползается и, кажется, даже добралось до западных земель, откуда родом, собственно, Кахо. Да, хватит меня сохранять, пожалуйста. Вот еще какой-то NPC. Вы пришли из того леса, где полно бесенят? Хи-ха-ха, интересно. Чем могу служить? А, это торговец. Угу. Ну, определенно... Так, это что у нас такое? Семикристалл. Временно усиливает атаку на 50%. Нет. Слеза феи. Сопротивление к статус-эффектам. Угу. Ну, то есть, типа антидот. Нет. Кольцо... Кандора. Издает звук рядом с тайниками. Ну, нет, потому что мне не хватает. Окей. Ах, ни хрена себе. Да, почему я пытался это перепрыгнуть? А, возможно, мне стоит... То есть, если я сохраняюсь, мне ничего не восстанавливается. Если я бью его, восстанавливается все, понятно. Окей. Ну, в принципе, тут можно качаться. Но я не знаю, есть ли смысл. В ящиках тоже все что-то как-то пусто. Оу. Без эмблемы Карста дальше не пройти. То есть это закрытая пока локация. Ворон убить нельзя. Оу, тут иногда все-таки попадаются. Нет, это... Я думал... Окей. Внизу что-то очень интересное. Ах, собака. Вы нашли крупицу жизненной силы. Максимальное количество здоровья увеличено. Окей. Собаки... Собаки бьют больно. Черт. Смотрите. Мне не очень нравится, что музыки совсем нет. Ах, ни хрена себе. А это кто такой? Охренеть. Идешь ты нафиг, чувак. И главное, тех ведьм никак не достать вообще. Окей. Ладно. Здесь что-то есть? Ах ты, та ловушка, да? Нет. Иди-ка ты в баню со своими ловушками. Получен колокольчик. Оу, у меня их теперь максимум больше, или я просто восстановил один? Сюда нельзя, да? Да, закрыто. Когда же это кончится? Что кончится? Черт. У меня укатилась блестяшка. Ах ты гад, а? Нет, да посмотрите на него, а? В
заставил меня еще колокольчик потратить. Так, там внизу что-то еще есть, да? А здесь... Ага. А, ну, собственно, я лучше вернусь к колокольчику. Сохранюсь. Да, слушайте, у меня не только... У меня не на один стало больше. У меня стало больше на два. У меня было три максимум, теперь пять. Окей. Это что еще за нафиг? Да тут, как я погляжу, посланница издалека. Хе-хе-хе-хе. Ха-ха-ха-ха. Твое истлевшее тело хорошо послужит моей госпоже. Ну да, конечно. Что ты за козявка такая? Так, сейчас ты... Ну давай, козявка, иди сюда. Чего? Куда козявка делась? Ох, нифига себе! Любелла, ведьма... Оу! Я бью ее по... Ну то есть... Да. Очень интересно. Окей. От этого можно увернуться. Серьезно? Убийство посредством удара по титькам? Ну ок. Нет, у ворота работают очень хорошо. Дамага она вносит не критично, то есть я могу там словить несколько ударов. Даже вот я сейчас немножко опоздал с кувырком, и все равно. Хитбоксы адекватные, то есть увернуться не так сложно. А, черт, я видел, откуда оно полетит. Все готово. Ах ты, букашка! У меня нет больше на тебя времени. Ха, окей. О, что? Интересное место. Окей, ладно, я не могу туда пройти. Тонуть я не хочу. У! Колокольчик — это хорошо. Ва! Та твою за ногу, а! Как это было неожиданно. Продолжить, понятное дело. Да! Какого хрена? Окей. Пока без урона не получается. Так, а ты кто такой? Чего уставилась? Я человек, как и ты. Я смотрю, ты не очень-то вооружена. Знаешь что? Ты уж лучше спрячься где-нибудь. Меня зовут Кэт. Я рыцарь на службе этого королевства. Наглый какой, да? А, так ты жрица из Лун.
Ты хочешь просить помощи у королевы? Думаешь, ее заботит ваша деревенька? Ну, у меня для тебя плохие новости. Ходят слухи, что тут поблизости бродит воскресшая ведьма. Ага, видали? Идти дальше в город очень рискованно. Но если ты так уж твердо решил увидеть королевы, толку от моих советов будет немного. Окей. Никто больше не хочет оставаться в этом покинутом городе. Все наше королевство теперь будто одна большая могила. С каждым днем умирает все больше людей. У меня почти ничего не осталось больше, кроме воспоминаний о моей сестре Кэтрин. Так, все, он сказал нам про сестру, он сказал нам про то, что город вымирает. Окей, я могу вверх, я могу вниз, пойдемте вверх. А я еще могу направо. Оу, что, босс? Ага. Ух, ни хрена себе. Да блин. Готов. Ну это такой был недобосс какой-то, да? У, нам ступеньку, да, любезно поднимают. Ладно, ступенька — это хорошо. Здесь у нас что? Ты кто? Мне не страшно. Мне не страшно. Окей. Самовнушение — это тоже метод. У меня не осталось вообще этих лечилок. Это шорткат. Я понял. Это шорткат к тому месту, где я был. Хорошо. Здесь каждый раз будет подниматься. Вообще это не очень хорошо. А, черт. Стоп. Я же могу. Да, он здесь каждый раз будет подниматься, реально. Я же могу сходить к этому. Колокольчику с той стороны, вот, то есть обойти всю эту, весь этот ужас. Да, отвали. Убить одного бомбиста — это гораздо проще, чем сталкиваться вообще со всей этой толпой умалишенных. Да, я вот хочу сюда. Отлично. И ты мне скажешь что-нибудь? Чем могу служить? Ой, нет, я не могу тебе купить еще кольцо. Ладно. Ладно, давайте-ка на этом серию завершим. Мы одного босса в этой серии убили, и даже одного мини-босса убили в этой серии. Поэтому хватит на этот раз. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк и рассказать о канале друзьям. С вами был Нози. До связи.